Эй, всем привет! Ну что, сегодня у нас толкач, короче, продолжаем идти, грубо говоря, по нашей миссии. Нужно добраться до одного монолитовца, который сидит там. Живая легенда, чемпион монолита. Ну и, собственно говоря, попытаться его устранить с нашей гауссти, которую мы получили специально для этих целей. Так, а туда ли я сейчас иду? Мне подсказывают, что я назад возвращаюсь. Или нет? А не, смотри, вот сюда, все правильно. Давай я еще быстренько перекушу, чтобы вот этот индикатор убрать. Давай вот это съем. Все, давай, выбежали, вышли. Пошли, короче, надирать монолитовцам задницу. Главное, чтобы наши комрады не отъехали при этом. А еще. Нужно не забывать делать звук потише, потому что в прошлой серии, когда я записывал, мне YouTube врубил. Короче, претензию на авторские права. Поэтому давайте поосторожнее будем с этим. Так. Ну что самое интересное, я ее загасил. Не ждал я такой подставы, что сейчас на меня химера выскочит тут. Ну, в принципе, магазина ей хватило. Прям в лицо. Давай еще одна попытка. Химера. Ох ты ж. Ну, братва, справилась. Надо с химерой, наверное, посрезать ее. Так. Ладно. И нам, по идее, вот туда прямо, да? Ну, по идее, да. Остальных монолитовцев надо, наверное, так отстреливать. Что это? Ну, возьму. Чё бы и нет. Патроны есть патроны. Так, я думал, тут, конечно, монолит будет на этом, на каждом углу. Это чё там? Это просто кусты. Вернее, даже не куста, это даже забор. Потому что тут чувак стоит. Плохие патроны, но... Так, это либо там его труп лежит уже, либо что? Это просто кусок земли. Короче, пацаны, прикрывайте меня справа. Дворец культуры. Так, карта. Вон он, короче, вот где-то вот в этом дворце культуры и обитает. Братва, идете? Они там уже по кому-то целят. Ебать. Выскочил. А, ну давай еще раз попытка. Я так и думал, что сейчас я тут добегу, блин, и сейчас как начнут, блин, со всех щелей по мне стрелять. Так, давай сразу музычку. Тише, делаю. Камрады, вы где, блин, ходите? Давай фонарик тогда тоже. Откуда вообще, блин? А вот смотри, еще слева живых. Как-то я так вообще проник в это здание, что сразу по мне, я не знаю, старика огонь не начали вести. Так. Звук.
Как могу сначала здание оббежать тут со всех сторон? Ну это явно был монолитовец. Ладно, одного забрали, уже хорошо. Я не знаю, сколько их тут обитает сейчас. Ебать. Еще одна тушка, еще одного животного. Давай на второй этаж поднимемся, да? О, братва, прикрывайте меня на лестнице снизу, чтобы никто ко мне не зашел. Так, ну этот ехал. Здесь ты не обойдешь меня. Сейф. Посмотреть, что у них. Тука. Одного из наших замочили. Вы там, блядь, на лестнице стояли. Кто вам там? Подошли, что ли? Мы там в три ствола не справились. Так, опять эта музыка, блин. Давай я тише делаю. Братва, вы где? Ну-ка. Это вы с этим жмухом, блядь, не справились. Ну вот и все. В чем проблема? Прикрой меня! Все, ты труп. Откуда идет? Господи, уберите кто-нибудь в тушку этого мутанта. Так, вот там вот что-то кого-то слышно было. Блять, это монолитовец? Ёпта. Я смотрю, что-то там какой-то чувак с аугом подумал, ну может свой подобрал. Типа, ну, сталтера тут могут подбирать. Так, сейчас давай этот момент, короче, чтоб не прозевать. Ты приплыл. Он явно снизу откуда-то пришел. Вот почему я, короче, не люблю союзников в этой игре, потому что с ними, блядь, нянчиться надо. Блядь, у меня клин. Молоток. Ой, мама, мама. Ну, смертей, короче, да, много будет в этой серии, походу. Монолитовцами это вам не с новичками и не с зомбями воевать. Эти бывают порой очень жирными. Блять, почему у меня... Так, это наш? Ага. Что-то монолитовцы сначала так игнорируют. Так. Давай, братан, своего спасать надо. Не успела своего спасти. Ну давай гаусской тогда. Давай, отойди. А, походу это ты был. Прикрой меня. Блять, патронов нету. Давай. Музыка.
Кто тебя убил снизу, блядь, сверху? Вот этот же мых. Это, блядь, жесть. Не люблю я нянчиться с ними. Музыка, звук. Тише, пожалуйста. Прошу тебя очень сильно. Ну ты, блин. Ну чё они разбегаются? Ну, скажите мне, чё они разбегаются? Сами воевать не умеете, так другим не мешайте. Всё, давай этого быстро, жмыха, жмых, ты где? Спокойно, главное спокойствие сохранять. И музыку, блин, тише делать. Давай, в голову ему, прям. Всё, теперь того же мыха быстро. Ты? Братан, блядь, только не лезь. Всё, пока живы. Пока живём. Там, блядь, галси, что ли, кто там работает? Братва, отводите, пожалуйста. Давай, сохранюсь. Ого! Неплохая у тебя винтовочка. На продажу. Какие-то револьверные патроны, 357 калибр. Аптечки, это я вот все люблю. Давайте, отойдите. Не мешайте. Так, 52 на 39. Конечно, не мой калибр, но пойдет. АЦ-шка у этого. И артефакт. Артефакт фонит? Не знаю. Крутой детектор. Я не думаю, что в этой игре детектор работает. Уже сколько проверяли. Не работает вовсе. Разрядить. Разрядить. Ну, кстати, винтовочка интересно выглядит. Можно приближать, в принципе. А давай я ставлю. Ты какими патронами стреляешь? 762-51. Ну, чисто ради того, чтобы унифицировать, скажем так, калибр, можно и оставить. ВСС. Хочу ли я ВСС вал? Либо АЦ-14А. Наверное, хочу больше АЦ-14А. Переместить. Все, давай, совет. Сэмочки отсоединяю прицел. Луплю, короче, его наскар обратно. Так, а наскар у меня патронов сколько? Ну, в любом случае, побольше, чем на М-ку, да? Так, ну задание мы, в принципе, выполнили. Слушай, что дальше? Список заданий, живая легенда, великие планы. Ну, типа, по идее, выполнил. Ну, как оно тебе против этой тварины? Было трудно, но я рад, что мы с ним закончили, они больше не будут нам мешать. Заодно в этом стиле отродью за, прицел, за прицела и путника. Там, похоже, на нем какой-то артефакт. Бери себе, если хочешь, можешь... Считать наградой за помощь. Так, уверен, ну что ж, спасибо. Как бы там ни было, по моим скромным подсчетам, мы перебили около половины всех монолитовцев. Расскажешь, что ищешь в центре зоны. Ответы, как и ты, для этого нам надо попасть на атомную станцию, найти осколок исполнителя. Так, прости, что, штурмовать ЧС исполнителя желания, он что, реально существует, это же просто миф. В каждой легенде есть доля правды. Исполнитель существует, поверье, видел его собственными глазами. В прошлых рейдах мне уже удавалось проникнуть на ЧС, и этот раз даже фантом не смог нас остановить. Так что будет куда легче. Это просто безумие. Рабочий план есть. Будем действовать по старинке. Так.
уже близок к ответам, если не все, так на большинство своих вопросов тебе следует уйти с нами на станцию. Некоторые вещи лучше видеть воочию, чем пересказывать. Если нам удастся заполучить осколок монолита, расскажу все, что ты хочешь узнать. Хорошо, я пойду с вами. Тщательно подготовься, это реально защищается от всех тех, которых ты бывал. Вот тебе за пережитое, и да, держи детектор на всякий случай. И никто не знает, что могло поменяться на ЧС. Но он в прошлом уже помог сломать дверь в центр управления монолитов. Детектор на всякий случай. Никто не знает, что могло поменяться на ЧС, но он в прошлом уже помог сломать дверь в центр управления монолитом. Получен предмет детектор. А что там детектор какой? Я не помню, чтобы мы при помощи детектора как-то там взламывали двери. Где этот детектор? Что ты мне выдал там? Так. Так, ну это вот пси-шлем. А что за детектор? Где детектор? Я не вижу его. Я, возможно, слепой, конечно же. Типа, он был добавлен, был получен. Вот контейнер. ПМАС Грави. Что за детектор мне выдал? Ладно, давай пока костюмыч починю. 86%. Ну, вот самое время его учинить. А, давай нашивку монолита я возьму. Вот так вот. Все. Подготовьте, тогда пойдем. Ну слушай, я-то в принципе готов, я не знаю, но мне, конечно, по-хорошему какую-нибудь капку, патроны, я не знаю. И вот интересно, что будет, если я пойду сейчас обратно на базы наши эти? Давай сейванусь. Потому что там что-то какая-то война идет. Вы где, братки? Чего вы этого монолита со мной бедного мучаете? Вы же понимаете, что он мог себя сейчас гранатой просто подорвать, и всем бы вам тут кирдык был бы. Я не знаю, ну чисто на трофейных пушках что ли жить? Ладно, давай, короче, поговорю с этим, пойдем просто дальше на монолит. Стрелок. Расскажи о себе. Так, ну тут как ремонтник. Видели то? Ублюдка. Братан, а где ствол потерял? Я раз вижу монолитовца, чтобы у него просто ствола не было бы. Что с тобой произошло? Пророк, монолит. Странный какой-то. Может, конечно, этого персонажа изначально как бы ствола нету. Кто по тебе работает? Оттуда что ли? Так, давай-ка я забегу внутрь здания, посмотрю по карте. Так, штурм ЧС. Короче, все, идем на ЧС. На ЧС.
Это нам вот туда. Вот, блять, откуда столько тут повылазило? Надеюсь, там нас сейчас не кончится. Ладно, у меня есть одна идея. Чисто перебежать сейчас на другую локацию. Да, нам через стадион тут. Я не знаю, я надеюсь, там нас пока не кончат, пока мы тут бежим. И смотрите, дохлый монолитовец валяется. Не знаю, кто его тут мог убить. Слушай, братан, у меня же снайперка есть. Чё ты это? Думаешь, спрячешься от меня, да? Самый умный. Кто, блядь, там работает по мне? Кто там, блин, через кусты стреляет? Видите кого-нибудь? Я не вижу. Ау! Я, блин, еще такой стою тут. Вот собака псина, а? Кто монолитовец? Или кто там? Кто псина, конец, подходится сзади? Ну давай, псина. На этот раз, сука, выжималку не будем вступать. О, смотрите, бежит. Вот я так и знал, блядь. Вот слышал гавканье. Так, я хочу другую пушку взять. Потому что у меня уже патронов нету. Все, погнали. Быстро. Ох, мама. 83. А 83, по-моему, 85 ремонтируется, да? Давай быстренько костюм ищ. Ну так, 90. Так, наши пока там еще живы. Все, бежим тупо на прорыв. Так, ну переход на ЧС прямо тут должен быть. Все. Наши, по идее, должны за нами заспавниться. Текс. Ну, смотрите, что, как и говорил. Ну что у меня больше всего патронов? Сколько у меня на эту волыну патронов? Ну, слушай. Не сказать, что много. Давай быстренько инвентаризацию проведу. 9 на 39. Ну мало, блин. На М-ку, наверное, и то больше. Да? Ну, походу. Ну, давай М-ку тогда пока. Иду, блядь, штурмовать. ЧС, как говорится. А тут же сейчас опять, наверное, этих монолитовцев насыпет нам. Ладно, короче, пацаны, предлагаю такую тему. Штурмуем ЧС уже в следующей серии. Ну а с вами был Зазепа, лайк, подписка. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.